я распишу. Дима, ты говорил? Да. Да. Я сознательно это говорил. Поэтому я так и и проще. Да. Хорошо. Ну ладно, у нас есть традиционные вообще лобоходные семена, дальше всем известные деньги. Заголовок. Не икры. Серьезно. Здравствуйте. Мне приятно видеть тут много молодых лиц и даже отдельные лица начальников секторов просвечивают. Пожилых как-то. Да, пожилых почти нет. Да. Ведущих сотрудников лаборатории, как принято называть, нет. А есть зато будущие ведущие сотрудники лаборатории. А они, видимо, все знают. Значит, я прежде всего хочу как бы объяснить, откуда взялся мой доклад и почему он так называется. Значит, вы уже можете здесь видеть, что это доклад, связанный с тем, что в сентябре прошлого года, 2015 года, примерно полгода назад, в Петербурге проходила большая конференция, которая называется LHC Physics. Вот она такая конференция. Значит, это конференция, организованная несколько лет назад людьми, которые работают на LHC, которые работают вокруг LHC, поскольку это очень большое сообщество людей. И, конечно, на всех больших конференциях по физике частиц результаты с Большого адронного коллайдера занимают сейчас центральное место. И вот было решено привести такую конференцию, посвященную исключительно LHC. И это вот была третья конференция, очень успешная, там было порядка 350 участников. И мне предложили там сделать заключительный теоретический доклад, который назывался Theory Vision. Ну вот я подготовил такой доклад, я его назвал вот таким образом. По-русски это звучит как «Пейзаж на краю тайны». Поскольку мне кажется, что вообще наука, она призвана открывать тайны, приоткрывать завесу неведомого, но такие вот установки, как Большой адронный коллайдер, где достигается максимальной достижимой энергии, мы проникаем в ту область расстояния, до которой не дотянется никакая другая установка, и в этом смысле она совершенно уникальный прибор и позволяет увидеть то, что вот как бы существует в природе, о чем мы не знаем. Ясно, что шаг этот главный делают экспериментаторы, но экспериментаторы бы шли, как, так сказать, слепые во тьме, если бы теоретики не развешивали по пути такие вот стандартные свечи. Вот одной из таких свечей был Хиггсский бозон, предсказанный теоретиками, который очень долго искали, и, как вы знаете, на этом самом Большом адронном коллайдере и нашли. И, естественно, работа на этом не остановилась, и вот как бы LHC обещает нам проникнуть туда и узнать, может быть, новые тайны. И посему как бы вот
периодически происходит такое, как подведение, что ли, итогов того, что происходит. Вот. Ну вот на это примерно был направлен мой доклад. Принято говорить, что с открытием Хиггсского бозона стандартная модель физики элементарных частиц получила свое такое логическое завершение. Ну, по всей вероятности, это правильные слова. Хотя, может быть, тут как раз и возникает момент поглядеть на эту самую стандартную модель, или теперь ее уже теперь, наверное, можно называть стандартной теорией, и посмотреть, что же она из себя представляет, и насколько она логически завершена, и что она обещает нам в дальнейшем с прицелом на открытие чего-то нового. Так. Ну вот, поэтому я начну с того, что, хотя это как бы всем известно, я еще повторю, что такое, собственно, стандартная модель и какие вопросы к ней у нас в настоящий момент имеются. Ну вот стандартная модель, стандартная теория, это теория, это квантовая теория квантовых калибровочных полей, основанная на группе симметрии. Вот здесь, значит, на группе симметрии SU3 на SU2 0 1, это все локальные симметричные группы, это симметрии теории. Поля материи в этой теории — это кварки, электроны, они находятся вот в этих представлениях калибровочных полей. Триплеты по цвету, дублеты по SU2 это левые частицы, триплеты по цвету и синглеты по SU2 это правые частицы, это кварки, а это лептоны. Синглеты по цвету, дублеты левые по SU2 и синглеты по цвету и синглеты по SU2 правые частицы. Это вот такие поколения полей материи в стандартной модели присутствуют. В этой теории происходит спонтанное нарушение симметрии. Значит, принято, что работает механизм, который теперь называют механизмом Браута-Энгли-Рехиггса, механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии, который, в частности, предсказывает существование Хиггсовского бозона, вот который и был открыт экспериментально. А что, по У1 не асимплит? Значит, я в данном случае перечислил квантовые числа по группе SU3, по группе SU2. Все эти частицы имеют гиперзаряд по группе У1, который здесь не написан. Значит, в этой группе происходит, значит, тут написано три поколения кварков и лептонов. Кварки и лептоны между собой перемешиваются в разных поколениях. Перемешивание кварков и лептонов описывается двумя матрицами, как общепринято. Одна матрица называется матрицей Кабиба, Кабаяши, Москава. Это матрица изменения Флейвера для кварков. И аналогичная ей матрица Пентекорва, Макина, Кагава, Саката. Это перемешивание флейверов лептонов. В теории происходит нарушение ЦП-симметрии. Нарушение ЦП-симметрии возникает из-за того, что вот эти две матрицы имеют фазу. За счет этой фазы происходит эффект ЦП-нарушения в стандартной теории. Предполагается как постулат, что кварки и глюоны находятся внутри адронов. Конфаймент до сих пор как бы строго не обоснован, но считается несомненным свойством стандартной модели и предполагает, что происходит конфаймент кварков и глюонов внутри адронов. Об этом я еще подробнее буду говорить. В стандартной модели сохраняются барионные и лептонные числа. Барионы не могут переходить в лептоны, лептоны не могут переходить в барионы, но между собой, внутри лептонов и барионов, возможны все переходы с изменением флейвера вот за счет вот этих двух матриц. Ну и, наконец, квантовая теория поля, вот о которой мы говорим. Она ЦПТ-инвариантностью обладает, что говорит о том, что все частицы имеют античастицы, и, соответственно, это предсказывает существование, кроме материи, еще антиматерии. Что, как мы увидим в дальнейшем, вызывает некие проблемы. Так вот, примерно так формулируются основные принципы стандартной теории, на которой строится эта модель. Повторю, это квантовая теория поля с калибровочными локальными симметриями, с кварками и лептонами в качестве фундаментальных сил. Здесь описываются сильные, слабые электромагнитные взаимодействия, то есть три силы природы. Гравитации, как видите, здесь везде нету. Ну, так сказать, для описания всех сил природы необходимо просто добавить сюда гравитацию. Но пока стандартная модель ее не обсуждает. Возникает ряд вопросов и принципов стандартной модели. Ну, вот надо сказать, что принципы, которые я здесь сформулировал, они допускают некие изменения. Ну, в частности, например, допускается существование других поколений кварков и лептонов. Вот нет никакого запрета, вообще говоря, на существование другого поколения кварков и лептонов. Стандартная модель позволяет написать или, наоборот, не писать правое нейтрино.
которое до сих пор было совершенно не нужно, пока мы считали, что масса у нейтрино равна нулю. Теперь масса у нейтрино известна, что она не равна нулю. В этом смысле возник вопрос о существовании или присутствии, или отсутствии правого нейтрино. Природа нейтрино тоже остается некой проблемой. Ну и, наконец, вот я тут сказал про хиггсовский бозон. Вообще-то говоря, вот эти все принципы, основные стандартные модели не устанавливают количество хиггсовских бозонов. И вообще говоря, количество хиггсовских бозонов могло бы быть и больше. Ну вот, если говорить о том, что мы сейчас знаем, то четвертое поколение кварков и лептонов практически исключено экспериментом на сегодняшний день. Это следует из-за всевозможных распадов, куда они давали бы вклад. Ну, в частности, и вот в рождении хиггсского бозона четвертое поколение давало бы вклад. Считается, что четвертое поколение сейчас исключено экспериментально. Вот три остальных пункта остаются до сих пор не вполне ясными. Как я сказал, что они как бы могут иметь разные решения. И это является предметом вот интенсивных исследований в настоящий момент. Поэтому мы можем говорить о том, что хотя стандартная модель как бы получила свое вот такое завершение, в ней все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, которые, скорее всего, найдут свое решение. И это, может быть, выведет нас немножко за рамки стандартной модели. Мне не хочется в данном случае, так сказать, жестко утверждать, что вот это в рамках, а вот это за рамками, потому что это, так сказать, немножко филологическое понятие. А вот как бы наличие каких-то свойств могут чуть-чуть там поменять стандартную модель еще. Но концептуально она останется прежней. Вот вопросы, которые возникают в связи с этим, к стандартной этой теории, ну, прежде всего, я сформулирую такие общие вопросы. Ну, во-первых, является ли она самосогласованной квантовой теорией поля, раз мы с ней работаем. Второй вопрос, описывает ли она действительно все экспериментальные данные физики частиц. Третий вопрос, есть ли какие-нибудь указания на то, что существует какая-то новая физика, которая не укладывается вот в те рамки, о которых я вначале говорил. Интересный вопрос о шкале. Вот мы в физике привыкли говорить о различных шкалах, но в физике частиц, вот если посмотреть на стандартную модель, то там есть единственный размерный параметр, по сути дела, из которого возникает вакуумное среднее хиггсовского бозона, и можно считать, что вот вакуумное среднее хиггсовского бозона – это электрослабая шкала, так называемая, это единственный размерный параметр стандартной модели. Но кроме этого, как известно, существует планковский масштаб, связанный с гравитацией. То есть вот эти два масштаба в микромире, мы точно знаем, что они существуют. И массы всех элементарных частиц, вот фундаментальных частиц, скажем так, они связаны с электрослабым масштабом. И вот возникает такой, в общем, довольно интересный вопрос, если говорить о новой физике. Есть ли какой-то другой масштаб физики частиц, кроме вот этих двух известных масштабов? Потому что эти два масштаба разнесены, в общем, на очень большой интервал, от 10 во второй до 10 в 19 гэва. Поэтому вопрос о шкале, я к нему подробнее еще вернусь, он является очень таким фундаментальным. Ну и, наконец, в современном мире, когда мы говорим о физике элементарных частиц, мы уже вам не говорим по отдельности, просто о физике элементарных частиц, мы говорим в целом о картине мира. Эту картину, в частности, включает в себя и Вселенная, и космология, и оказалось, что многие вещи из физики частиц, они непосредственно теперь находят выход в космологию, а поскольку космология в последние десятилетия стремительно превращается в количественную науку, то есть что сравнивать с космологией, можно поставить вопрос, совместима ли современная стандартная модель физики элементарных частиц со стандартной моделью космологии, которая рождается на наших глазах. Ну, помимо этого, конечно, есть еще масса технических вопросов. Ну, например, есть вопросы «почему?». Вот почему, например, группа симметрии СУ3 на СУ2 на УУ1? Почему не какая-нибудь другая? Почему у нас три поколения? Зачем они вообще понадобились? Зачем нужны две новых копии частиц, когда вот мы с вами устроены из только первого поколения, и все, что мы видим, устроено из первого поколения? Зачем природе нужны еще копии, и сколько таких копий существует? У нас число кварков равно числу лептонов. И вообще говоря, мы не знаем, почему это так. И как-то исторически так это постепенно рождалось. Но вот у нас равное число, и откуда эта кварк-лептонная симметрия возникла? Почему слабые взаимодействия выбрали вариант V минус A? Значит, у нас сильные взаимодействия – это векторная теория, электромагнитная – это векторная теория, слабая – почему-то вектор минус аксиал. Почему вообще лево-право несимметричный мир?
в котором мы с вами живем, хотя на первый взгляд он симметричен. Почему барионные лептонные числа сохраняются? У нас нет никакого принципа в стандартной модели какой-нибудь симметрии, там еще что-то бы сказал, что эти числа сохраняются. Ну и так далее. Можно повторять эти вопросы. Кроме вопросов «почему?», еще возникают разные вопросы, а как все это устроено? Ну вот как? Как, например, работает confinement? Старая проблема, которую мы до сих пор по-настоящему не понимаем. Как происходит фазовый переход между кварками и лептонами в адроны? Что является характерной величиной, параметром порядка для этого перехода? Как нейтрино получает свою массу? Есть разные варианты. Можно через механизм Хиггса получать массу, можно майроновскую массу еще откуда-то получать. Вот этот нейтринный сектор стандартной модели все еще, значит, вызывает вопрос. Как происходит ЦП-нарушение во Вселенной? Вы знаете, что без ЦП-нарушения у нас не решается проблема барионной асимметрии Вселенной. А без барионной асимметрии Вселенной, так сказать, мы бы не могли существовать. Значит, для этого нужно ЦП-нарушение. Такое впечатление, что то ЦП-нарушение, которое есть в стандартной модели, по величине просто недостаточно, чтобы получить барионную асимметрию Вселенной. Тогда где источник ЦП-нарушения во Вселенной? Наконец, любопытный вопрос состоит вот в чем. Когда мы строим какую-то модель, неважно, там физики частиц или там ядерной физики или еще чего-то, мы обычно игнорируем эффекты, которые несущественны. Но вот вы обсуждаете, как, скажем, атомную физику. Вам совершенно не важно, что, например, там, электрон может взаимодействовать с мюоном или с чем-то еще. То есть взаимодействие на расстоянии гораздо меньше, чем то, что вы обсуждаете, мы обычно игнорируем, они не играют никакой важной роли. Это очень важная вещь в физике, потому что иначе мы не могли бы ничего описывать. Если бы неизвестная нам физика, которая, допустим, будет известна через 100 лет, уже влияет на физику, которую мы изучаем, то как бы нам происходить? Вот, по счастью, происходит то, что по-английски иногда называется декаплингом, когда вот эти все неизвестные эффекты, скажем, более тяжелые частицы, все совершенно выпадают из нашего поля зрения, они существенной роли никакой не играют. Но математически это выражается в том, что вклады этих частиц обычно, ну, скажем, подавленные как единицы, деленные, например, на их массу, или там, на квадрат их массы, или на какой-нибудь характерный масштаб. То есть эти эффекты просто вымирают. И в этом, так сказать, вот целостность описания на каком-то масштабе. Так вот, в стандартной модели, на самом деле, вот частицы, они имеют определенные массы, которые, как правило, защищены симметриями. Это относится и к фермионам, и к калибровочным бозонам. Там массы частиц, вообще говоря, из строгой симметрии следует, что они равны нулю. Но потом симметрия спонтанно нарушается, и возникают вот ненулевые массы всех частиц, но они как бы защищены этими симметриями. Это справедливо для всех частиц, кроме скалярных. Вот массы скалярных частиц никакой симметрии не защищены, поэтому они могут принимать любое значение. Вот Хиггсский бозон, никто не знал, чему равняется масса. В стандартной модели масса равняется вакуумному среднему умноженному на константу связи. Константа связи могла бы быть любой. С точки зрения принципов, она никак не защищена, ничем и не известна. И вот, значит, эта масса оказалась, тем не менее, маленькой. Но маленькой по сравнению с каким-то масштабом. Это не 10 там, 15 ГЭФ и не 10 в 10, а всего лишь 125 ГЭФ. Так вот, оказывается, что эта масса ничем не защищена. Поэтому, если есть какая-то новая физика, новые частицы с очень большими массами, они могли бы за счет радиационных поправок дать вклад в массу Хиггсского бозона, и поправки радиационные были бы гораздо больше, чем сама масса, и это как бы размыло вот эту вещь. То есть вот стандартная модель страдает от этой самой незащищенности. И как это вот, сказать, происходит? Почему, тем не менее, мы получаем частицы, которые имеют определенные массы? Вот это остается вопрос. Ну, в общем, много существует вопросов. Я начну последовательно, значит, вот как бы отвечать на те вопросы, которые я здесь перечислил. Прежде всего, является ли современная теория элементарных частиц самосогласованной моделью сама по себе, вот если мы не будем обсуждать там гравитацию, которую мы пренебрегли, еще что-то, а вот смотрим на нее как теорию. Является ли она самосогласованной теорией? Вот. Ну, прежде всего, вот обычно говорят о том, что если мы рассмотрим параметры стандартной модели, прежде всего вот константы связи, то они перестали быть константами в квантовой теории поля, они стали функциями расстояния.
И мы можем просто на ускорителе смотреть, как они меняются с расстоянием. Это описывается уравнениями Ренорм-группы. И можно экспериментально это проверять. Это хорошо проверено. И вот тут приведены две константы. Таких характерных, значит, по этой оси отложено логарифм расстояния, ну, в энергиях, это в гэвах. Да? А здесь отложено, вот как меняется константа. Вот эта вот кривая, это постоянная тонкость структуры, по сути дела, с множителем 5 третьих, но это не важно. Значит, вот она меняется вот таким образом. Вот видите как, она растет. Она сначала такая, а потом она растет. Ну, вот, в частности, 1/137, которая есть на расстояниях, на нулевых импульсах, по сути дела, на масштабе ускорителя ЛЭПа уже была 1/128. Немножко подросла. Но дальше она растет очень быстро и уходит в бесконечность. Это называется полюс Ландау. А вот хиггсовская константа самодействия, вот теперь мы знаем ее начальное значение, она вот так вот ведет, она становится отрицательной, а потом уходит в бесконечность. Ну вот про эту отрицательность мы еще поговорим, но меня сейчас интересует вот эта бесконечность. Оказывается, что обращение константы в бесконечность, вот так это происходит, она растет, растет, и при неком конечном энергии обращается в бесконечность, а потом, видите, так будет, переходит на эту ветвь. На самом деле мы даже не можем перейти на эту ветвь, мы останавливаемся где-то вот здесь. Так вот, то, что здесь возникает, называется, это полюс. Вот если мы напишем математическое выражение, то вот в низшем порядке теории возмущения это вот такой полюс. Вот видите, значит, это значение константы в какой-то точке, ну, в общем, в начальной точке, это вот логарифм энергии. И вот видно, что здесь знак минус, поэтому в какой-то точке эта штука обращается в ноль. Это полюс. Он называется ложным полюсом или полюсом Ландау, или призрачным полюсом. Вот. В чем неприятность этого полюса? Неприятность в том, что вычет в этом полюсе, он неправильный знак имеет, и этот полюс свидетельствует о том, что в теории есть ГОСТы. То есть состояние, не физические состояния. Наличие ГОСТа в теории – это на самом деле очень плохая вещь. Это приводит к комплексным вероятностям, и в общем, вообще говоря, теория перестает быть самосогласованной. То есть это ущерб теории. Но, к счастью, этот полюс, вот если посчитать, в какой точке он происходит, вот взять эту точку Q, энергию, при которой знаменатель обращается в бесконечность, вот подставить сюда числа, вы увидите вот такое число. Вот это вот масштаб, это планковский масштаб, да, масштаб 10-19 ГЭФ, а видим, что обращаются они в бесконечность далеко за планковским масштабом. То есть получается, что мы, поскольку мы работаем при низких энергиях, мы можем как-то не заботиться об этом, мы можем думать, что какая-то теория, которая, значит, придет на смену стандартной модели, исправит эту ситуацию, теория станет самосогласованной. Но тем не менее, если это так, если какая-то теория придет на смену, значит, есть к чему приходить. Значит, должна быть какая-то теория, которая исправит стандартную модель. То есть, ну, стандартная модель сама по себе, вот из-за этих вещей, несмотря на то, что они происходят очень далеко, и мы можем не заботиться, когда делаем вычисления, сравниваем с экспериментом, это совершенно не важно. Но в принципиальном плане это говорит о том, что при высоких энергиях эта теория все-таки не самосогласована. Так, теперь вот другая проблема, которая нас могла бы ожидать, это так называемые квантовые аномалии. Квантовые аномалии могли бы разрушить стандартную модель, если бы они не сокращались. Значит, квантовые аномалии – это такое свойство, что когда классическая теория обладает какой-то инвариантностью, дальше вы смотрите на квантовую теорию, и эта инвариантность нарушается. В уравнениях появляются некие добавки, которые называются аномалиями. Ну, всем, наверное, известно, может, не всем, но, по крайней мере, хорошо известная аномалия, так называемая треугольная или киральная аномалия, которая есть в электрослабой теории. Вот я приведу пример такой вот аномальной диаграммы, вот этот треугольник. Вот оказывается, что рассеяние электрона на нейтрино, в частности, вот содержит вот такую диаграмму, и это наличие этой диаграммы приводит к нарушению калибровочной инвариантности. Наличие ненулевого вклада этой диаграммы при нарушении калибровочной инвариантности. А за калибровочной инвариантностью потянется нарушение перенормируемости стандартной модели и несамосогласованной стандартной модели. Вот такие аномалии возникают не в каждой калибровочной группе. В этом смысле нам, если угодно, не повезло, что модель, что у нас группа есть SU3 на SU2 на U1. Например, была бы какая-нибудь ортогональная группа, в ней не было бы аномалий. А вот здесь, лево-право несимметричной теории, есть аномалии. На стандартной модели есть еще аномалии. Вот они тут приведены, какие бывают аномалии в стандартной модели. Поскольку у меня есть три группы, то вот эти калибровочные поля могут принадлежать разным группам. Вот это чисто U1 аномалия. Это вот когда одно поле U1, а это два поля из группы SU2. U1 и два группы SU3. Наконец U1, а тут вот гравитон. Вот, оказывается, все эти диаграммы, вообще говоря, могли бы приводить к нехорошим последствиям,
в стандартной модели. Значит, а вот по треугольничку здесь везде бегают частицы, которые у нас есть. Кварки, лептоны, поля материи бегают, поскольку они хиральные, там они бегают по этим петлям. И вот оказывается, что происходит в стандартной модели. Ну, давайте возьмем на первую диаграмму. Значит, здесь три поля У1, в каждой вершине стоит гиперзаряд. Так устроена группа У1. Поэтому то, что здесь стоит, это трейс куба гиперзаряда. Трейс, потому что треугольничек замыкается, и три значения гиперзаряда. Вот трейс в кубе гиперзаряда. И вот посмотрите, чему равна эта аномалия в стандартной модели. Вот, значит, вот это тут написано. Это левые кварки, это левые нижние кварки, это правые У-кварки, правые D-кварки. Это надо утроить, потому что кварки трех цветов. Вот вклад левого нейтрина, вот вклад левого электрона, вот правого электрона. Правая нейтрина, есть оно или нет, роли не играет. У нее нулевой гиперзаряд, но вклада не дает. И вот замечательным образом ответ равен нулю. Как он получился равен нулю? Вклад кварков сократился с кварком, с вкладом лептона. Значит, если вы посмотрите на другие аномалии, вы заметите, что чудесным образом это работает всегда. То есть кварки и лептоны с их гиперзарядами так подстроены в стандартной модели, их ровно столько, сколько надо, чтобы в каждом поколении происходило сокращение всех аномалий. Значит, это нам не говорит о том, сколько должно быть поколений, но то говорит, что кварк-лептонная симметрия существует. Это некий, так сказать, ну как бы намек, что есть кварк-лептонная симметрия, что она не случайна. И может быть это некий намек в сторону теории великого объединения, в которых кварки и лептоны входят в один мультиплет, и за счет этого сокращается аномалия. Вот это нам, может быть, подсказывает, что несогласованность стандартной модели не возникает за счет аномалий, потому что она специальным образом устроена, чего мы не до конца понимаем. Следующий момент – это квантовые поправки к вакууму. Значит, вакуум обычно в стандартной модели, так называемый электрослабый вакуум, описывается знаменитой, так сказать, мексиканской шляпой, вот этим хиггсовским потенциалом, и мы сидим внизу этого потенциала, это устойчивый вакуум. И к этому вакууму, это классическая картинка, и к этой классической картинке есть квантовые поправки. Эти квантовые поправки, вообще говоря, могут разрушить стабильность этого вакуума. А если разрушается стабильность этого вакуума, рушится вся стандартная модель, потому что все массы построены именно на этом самом вакууме. Массы всех частиц возникают из того, что мы сидим в минимуме, и в минимуме есть там не нулевой вакуум на среднее. Поэтому как устроен вакуум электрослабый, очень важно. И вот оказалось, что вот эта константа, хиггсовская константа, которую измерили, которая бежит, вот я уже показывал, как она бежит, но в частности она в какой-то момент становится отрицательной. Причем об этом было известно очень давно, но мы не знали, с какой точки стартовать. Если мы стартовали чуть выше, то она бы не стала отрицательной. Если бы мы стартовали ниже, она бы все время там могла быть отрицательной. И где-то еще раньше происходило. Но вот теперь, когда измерили массу хиггсского бозона, тем самым измерили эту константу, мы знаем в точности, где стартовать, и видим, что она становится отрицательной вот где-то в районе 10 в 10 ГЭВ. Является ли это указанием на какой-то новый масштаб в теории или нет? Конечно, это привлекло пристальное внимание, и люди стали изучать эту ситуацию, увидели, что ситуация, на самом деле, требует очень тонкой подстройки и зависит от двух характерных величин. От массы топ-кварка, которая определяет скорость вот этого бега, и от массы хиггсского бозона, которая определяет, с какой точки мы стартуем. Вот эти два параметра являются ключевыми. И вот, значит, слушайте, у меня вот тут должна быть картинка, но ее почему-то не видать. Вот здорово-то. Я не знаю, почему она не воспроизводится. Ну, извините. Значит, ну, там вот это просто вот эта картинка, это как бы выжимка из того, что здесь должно быть в большем масштабе. Но вот оказывается, что если мы отложим по одной оси массу хиггсского бозона, вот она, а по этой оси массу топ-кварка, то вот экспериментальное значение 1 сигма, 2 сигма, 3 сигма, это примерно вот это значение. Так вот, вот эта область красная, это область, где потенциал абсолютно нестабилен, вакуум нестабилен. Вот эта область зеленая, там, где потенциал стабилен. А вот эта область желтая, это там, где потенциал метастабилен. Ну, стабилен, нестабилен, это значит вот так. Значит, как бы вот потенциал, вот это стабильный потенциал, вот это нестабильный потенциал, а вот это метастабильный. Вот как бы три варианта. И вот, значит,
мы видно, что мы таким вот замечательным образом попадаем в метастабильную область. Но она зависит от измерения, от, так сказать, вот на уровне там 3 сигма, да, вот мы тут находимся. Но это дело, ну, кроме этого, мы делаем, когда мы строим эту кривую, мы делаем расчет по теории возмущения, значит, одна петля, две петли, три петли. И вот тут у нас Саша Бедняков, большой мастер этого счета. Вот тут он недавно, мы про это как раз говорили, что они там считали три петли. Потому что оказалось, что когда мы начинаем считать следующие порядки, то эта точка движется. Вот это вот next to leading order, а это next to leading order. И вот видите, она сдвинулась в эту область. Уже на 3 сигма мы почти в стабильную область попали. Так что вот видите, как тут все тонко подстроено. С одной стороны, это вот измерение, в общем, этих двух величин, массы топ-кварка и массы Хиггса, которые, так сказать, точность все время возрастает. Там, да, идет разговор о Хиггсах уже, там, о мэвах каких-то, да, различия. 125 Г плюс-минус, там, мэвы какие-то. А с другой стороны, теоретические расчеты уже на трехпетлевом уровне, колоссально сложные, которые вот тоже все сдвигают в эту область. Да? Могли бы двигать и в другую область. Вот. Это вот очень интересный вопрос, тем не менее, в стандартной модели. И возникает все-таки, опасна эта ситуация, не опасна, где мы на самом деле все-таки находимся, в стабильной или нестабильной области. Если она совсем нестабильная, вот такая, то, конечно, как бы у нас есть проблемы в теории, потому что у нас нет нижнего состояния. И вот из этой ситуации, вообще говоря, имеются разные выходы. Вот один из выходов связан с суперсимметрией. Оказывается, что в суперсимметрии потенциал всегда является суммой двух членов, которые вот принято называть F-членами и D-членами. Даже не вникая в подробности, что это за члены, видно, что это квадраты модулей. Поэтому потенциал всегда положительный. То есть в суперсимметричной теории это вот нестабильной ситуации быть вообще не может. Ситуация исправится. Значит, если мы смотрим вот на эту картинку, то суперсимметрия загнет этот потенциал наверх. Он никогда не достигнет отрицательных значений, он всегда будет устойчивым. Но это требует новой физики за пределами стандартной модели. Значит, другой вариант – это расширить хиггсовский сектор стандартной модели. Если появляется несколько хиггсовских бозонов, более тяжелых, с более тяжелыми хиггсовскими бозонами связано большее значение новых констант связи положительных, которые затянут эту легкую хиггсовскую константу в положительную область. Они всегда тянут в положительную область. То есть она опять же перестанет быть отрицательной, и поэтому хиггсовский сектор тогда стабилизируется. Но это опять же есть расширение модели за счет новых полей. Ну, наконец, теории великого объединения представляют еще один пример, как эта ситуация исправляется, потому что там находятся новые калибровочные поля, и хиггсовская константа, она попадает в такую устойчивую точку, затягивается в эту устойчивую точку вместе с калибровочной константой, а калибровочная константа, квадрат ее всегда положителен, и константа тоже становится положительной. То есть, как бы есть выход из этого положения, есть выход, так сказать, если мы находимся в нехорошей области, из нее всегда можно выбраться, но цена этого, это, как вы видите, расширение стандартной модели. То есть, как бы не в самой стандартной модели, а надо из нее выйти. Какой из этих вариантов, вообще говоря, реализуется в природе, мы пока еще далеки от того, чтобы про это что-то сказать. Так, теперь вот то, о чем я говорил. Незащищенность хиггсовского сектора относительно поправок. Вот представим себе, что существует какая-то новая физика, которую мы не знаем. И пусть это новые частицы, они взаимодействуют с хиггсовским бозоном. Может быть, даже это эффективная какая-то константа взаимодействия. Знаете, как вот, скажем, фотоны взаимодействуют с глюонами за счет кваркового треугольника. То есть эффективно возникает некое взаимодействие. Вот пусть здесь тоже возникает взаимодействие старой нашей легкой частицы, вот зеленой, с новой тяжелой частицей. И возникает вот такая как бы простая диаграмма. Ну, если эту диаграмму посчитать, мы найдем радиационную поправку к массе легкой частицы. Эта радиационная поправка к массе будет пропорциональна квадрату вот этой самой константы, вот которая здесь стоит, лямбда квадрат, вот она, и квадрату массы вот того поля, которое здесь бегает, про которое мы ничего не знаем. Значит, если это поле очень тяжелое, ну, например, как шкала великого объединения 10, там, 15, 16 ГЭВа, тогда очевидно, что сколь маленькая лямбда не была бы, ну какая она будет маленькая, ну очень, или надо уж совсем никакую почти поставить, но тогда эта поправка будет заметно больше. Это вот пример того, как тяжелая, неизвестная тяжелая физика может дать большие поправки к легким массам и, по сути дела, разрушить легкую шкалу. И это, желательно от этого избавиться. Это обычно называют проблемой иерархии. Значит, вот хиггсовский сектор, как я сказал, не защищен никакой симметрией относительно таких поправок.
И возникает эта проблема, что вот масса Хиггсского бозона к массе, ну, например, теории Великого Объединения, это вот такое колоссально маленькое число или, наоборот, колоссально большое число, и оно проводит к этой иерархии, которая, будет такие поправки существуют, эту иерархию все совершенно нарушит. Если такой новой физики нет, мы можем не париться. Но как бы хотелось бы иметь такую модель, которая защищена от той физики, которая может быть существует. И вот чтобы избавиться от этой проблемы, надо что-то исправить в стандартной модели. Ну, опять же, какие есть варианты? Ну, вот один вариант, он связан с существованием новой физики на более высокой шкале. Вот Сузи, это опять один из примеров. Что происходит в суперсимметрии? В суперсимметрии на каждую вот такую диаграмму, вот, которая здесь нарисована, всегда есть вторая диаграмма. И если это бозон, то это фермион. И наоборот, если это там фермион, то это бозон. И эти две диаграммы, как мы знаем, бозоны и фермионы, все фермионы всегда содержат минус единицу лишнюю из-за своей статистики, эти две диаграммы в точности друг друга компенсируют. То есть такие поправки есть, пусть они большие, но сумма их в точности равна нулю. Ну вот другой пример. Если это калибровочное поле спин 1, а это вот фермионное поле спин 1, 2, здесь тоже происходит полная компенсация. И вышки этих тоже работают? Да. И это работает во всех петлях. Если есть точная суперсимметрия, это работает всегда, и это... Классно. Но, конечно, суперсимметрия, скорее всего, если она есть, она, наверное, разрушена, поэтому, в смысле, симметрия нарушена, поэтому это сокращение, ну, оно происходит с точностью до расщепления масс, потому что здесь будет масса бозона в квадрате, а здесь будет масса фермиона в квадрате. Ну и минус, да? И если массы равны в точности, то, естественно, это ноль. Но если массы не в точности равны, а вот у них есть сплитинг какой-то, то эта вещь будет пропорциональна этому сплитингу. Ну и вот представьте себе, что это расщепление, ну, например, порядка одного тева, расщепление масс. Тут стоит какая-то константа связи, которая, ну, например, порядка 0,1, что так разумным кажется в стандартной модели. Ну и тогда их произведение порядка будет порядка 100 ГЭФ. А 100 ГЭФ это и есть масса Хиггсского бозона. То есть радиационная поправка того же порядка, что и была, и поэтому иерархия никак не нарушает. То есть точная суперсимметрия хорошо, но даже нарушенная суперсимметрия с расщеплением масс порядка тева, все это еще хорошо. Но, конечно, мы не знаем, какая суперсимметрия и какое там расщепление масс. И если это расщепление становится больше и больше, то эта вещь становится больше и больше, и возникает то, что иногда называют маленькой проблемой иерархии. Это когда масса суперсимметричной частицы больше тева, потому что тогда поправка все равно становится довольно большой. Отсюда была идея, что суперсимметрия не должна быть очень далеко. Потому что если она нам помогает решить эту проблему, то как бы вот хорошо бы, чтобы она оказалась близко. И это был такой позыв к экспериментаторам. Вот она близко, around the corner, как говорится, давайте ее откроем. Но пока никак. Значит, но это не единственный вариант, как решить эту проблему иерархии. Другой вариант, который еще более радикален. Не просто введение новых частиц, а введение лишних измерений пространства-времени. Это так называемая extra dimensions, деятельность, которая была чрезвычайно популярна, но сейчас популярность этой деятельности довольно резко пошла вниз. Связано это, конечно, с тем, что никаких проявлений мы пока не наблюдаем. Хотя, так сказать, теоретически ничего плохого с этой теорией, конечно, не случилось. Так вот, в одном из вариантов теории с лишними измерениями происходит следующая вещь. Значит, что мы предположительно, что мы живем на некой бране. Есть две браны, вот одна наша брана, тевная, другая брана, планковская. И вот, значит, есть еще некое новое измерение между этими бранами. И оказывается, что в этих теориях больших масштабов на самом деле просто не возникает. А большие масштабы возникают за счет того, ну, в частности, планковский масштаб, за счет того, что есть довольно умеренный масштаб, а большое число набирается за счет, вот, так сказать, распространения в этом, как говорят, балке, набегает такой вот фактор экспоненциальный. Да, это некое натяжение, а это расстояние между этими бранами. И вот такой большой экспоненциальный фактор. Поэтому фундаментальным масштабом в этой теории является маленький масштаб, так скажем, тевный масштаб. А планковский масштаб, который вызывал у нас вопросы, вызывал, значит, проблему иерархии, на самом деле как бы в этой теории не существует. Он некая эффективная величина, поскольку есть дополнительные измерения. Поэтому и гравитация там другая. Ну, я не буду совсем обсуждать эту конструкцию, она довольно сложная и вот привлекла очень много внимания, это Рэндалл-Сандерс сценарий. Ну вот просто хочу сказать, что возможно и такое решение проблемы иерархии, но это, конечно, тоже богатая и новая физика, которая лежит далеко за рамками стандартной модели.
свертывание такое. Так, теперь вот давайте попробуем ответить на вопрос, отвечает ли стандартная модель современному эксперименту, все ли описывает стандартная модель. Ну вот обычно приводят такие данные, это называется электрослабый пул данных. Значит, здесь вот стандартная модель отвечает, вот, так сказать, нулю, а это вот всевозможные величины, которые измеряются и с некими ошибками. Ну и когда ошибки составляют там 1-2 сигма, считается, что есть прекрасное согласие с экспериментом. 3 сигма считается, что это есть некий индикейшн, что может быть там что-то не в порядке. Да? А 5 сигма принято считать открытым чего-то нового. Ну вот мы видим, что здесь практически везде есть очень маленькие сигмы. Вот сигмы отложены внизу. Вот все почти укладывается в 1 сигму. Но есть отдельные небольшие выбросы. Вот я о некоторых из них сейчас чуть-чуть скажу. Но принято считать, что, в общем-то, на самом деле проблемы здесь никакой не возникает, за исключением отдельных маленьких случаев. Значит, аналогичную картинку иногда еще показывают в так называемой флейверной физике. Флейверная физика в последнее время получила колоссальное развитие, потому что понаоткрывали огромнейшее число новых состояний с тяжелыми кварками и модами их распада, бренчингами и так далее. Все это проверялось, вот это флейвер-чейнджинг, переходы, ЦП-нарушения и так далее, и так далее. Вот иногда это показывают на некой такой вот характерной картинке, связанной с параметрами из матрицы Кобаяши-Маскава. И вот много-много разных экспериментов, все сводятся к вот, треугольнику унитарности, там так называемый существует. И видно, что вот эти вершины треугольника унитарности как раз попадают на пересечение огромного числа экспериментов, которые все точнее и точнее, и пока все сходится замечательным совершенно образом, и вот эта единая унитарная матрица в кварковом секторе описывает всю флейверную физику. Ну вот, очень большой прогресс был достигнут и экспериментальный, и теоретический, и в вычислениях был колоссальный, что для нас как теоретиков важно. Был колоссальный прогресс в электрослабых и QCD вычислениях, там это немножко разный тип вычислений, и значит, все, что было достигнуто, прекрасно укладывается в то, что экспериментально имеется. Но есть несколько болевых точек. Вот одна из болевых точек — это так называемая forward-backward асимметрия еще в старых лэповских данных, вот такого рода. Тут примерно 3 сигма отклонения. Значит, ну, люди про это почти не говорят. Вообще считается, что, скорее всего, это, ее можно списать на, ну, может быть, не на обработку данных и их анализ. Не то, чтобы я хочу сказать, данные неправильные, но, так сказать, так как они обрабатывались, их анализ, который был очень старый и сейчас уже почти забытый, и что, может быть, на него можно списать. В этом случае в комьюнити об этом практически не говорят. А вот другая проблема, они много говорят, это проблема G-2 миона. Ну, вот у нас Саша Дорохов здесь этой проблемой тоже занимался. Значит, аномальный магнитный момент миона. Вот здесь показана современная картинка экспериментальная. Вот эти эксперименты различные. А вот теоретическое значение. Ну, вы видите, что теоретическое значение стабильно больше, чем эксперимент, примерно на 3 сигма. Это достаточно непростая вещь, как экспериментальная, так и теоретическая. В теоретическом плане есть вклады электродинамики, которые посчитаны аж до 5 петель, которые наибольший вклад дают, но дают очень хорошую точность. И есть вклад сильных взаимодействий, который тоже дает заметную часть, но точность которого мала. И, так сказать, все грешат на сильные взаимодействия, которые не пертурбативные и, может быть, не дают хорошего ответа на этот вопрос. Но, тем не менее, все попытки улучшить ситуацию за счет как-то учета правильного сильных взаимодействий или что-то и приблизить эксперимент к теории пока не приводят к никакому согласию. 3 сигма по-прежнему остаются. Значит, в принципе, это место, куда могла бы вклиниться новая физика. Люди обсуждали, как новая физика могла бы вклиниться. Она могла бы вклиниться за счет петель новых частиц, то есть виртуальные вклады тяжелых частиц. Эти вклады подавлены массами этих частиц, гипотетических частиц. И для того, чтобы как бы получить разумный вклад, эти частицы должны быть не такими уж тяжелыми. То есть не такими уж тяжелыми, это значит, что они должны быть доступны современному LHC. То есть получается так, что если новая физика закрывает вот этот гэп, то те частицы, которые это сделают, и константы связи у них должны быть подходящие, чтобы LHC мог эти частицы найти. Но, в общем, пока вот этого не происходит. Так что это остается вот некой такой проблемой стандартной модели. Ну, люди обсуждают ее в том смысле, что эксперимент, который вот тут наиболее точные эксперименты, которые были, они, собственно говоря,
были на установке, которая сейчас разобрана, она была в Брукхевене, сейчас ее перетащили в Фермилаб, и Фермилаб ее запустит заново, на, так сказать, на апгрейд-вариант, и будут опять мерить. И кто знает, может быть, эксперимент подвинется. Ну, а может, теория что-то изобретет. Так что вот эта штука осталась. Наконец, недавно возникла некая дискрепанция тоже на уровне 3 сигма между вычислением элемента матрицы Кобаяши-Москава, так называемый VUB. Его там меряют из инклюзивных и эксклюзивных процессов, и между ними возник некий дискрепанс. Ну, кто-то смотрит серьезно, кто-то не очень серьезно, потому что извлечение таких элементов, все-таки непертурбативные вычисления, не всегда такое простое дело. Так что вот, может быть, это дело и рассосется. Значит, но тем не менее, значит, говоря о согласии стандартной модели с экспериментом, нельзя не отметить, что существуют еще разные проблемы. Например, проблема ЦП-нарушения, которая, как бы, мы пока не очень понимаем, как она решается. Может быть, существует аксионное поле, которое было предложено для решения этой проблемы, которое никто пока не нашел. Редкие распады пока описываются хорошо, тут проблемы нет. Были надежды на новую физику, пока они не оправдались. В КХД есть так называемый спиновый кризис. Мы не очень до сих пор понимаем, как описывается спин протона, связано ли это с распределениями протонными или нет. Ну, здесь у нас в лаборатории много об этом теме говорили. Ну, нейтринные массы и смешивания пока все выглядит очень хорошо в рамках вот этой схемы ПМНС. Ну, будущее покажет, так сказать, все ли так действительно хорошо, или там будут какие-то уточнения, поскольку этот сектор до сих пор не до конца есть. Так, ну вот смотрите, значит, получается так, что в общем-то, все в порядке. И в каком-то смысле это напоминает ситуацию в середине прошлого века, 20 века. Вот вспомните, кто помнит, середину прошлого века, вот она у нас такая была. Сильно отличалась от той жизни, которую мы видим сейчас. И в прошлом веке что у нас было? Весь мир вокруг нас состоял из одного поколения. У нас был протон, у нас был нейтрон, и у нас был электрон. Вот они все были открыты в прошлом веке, к середину века уже эти три частицы были известны. И все ими описывалось. Потом открыли нейтрино, ну гамма-квант существовал всегда. И вот этими частицами, стабильными частицами описывался весь мир, который мы знаем, прекрасно описывался атом с помощью квантовой механики, все были счастливы, никто ни о чем не помышлял, и о никакой новой физике разговора не было. И потом, значит, кто тогда ожидал, что появится весь этот мир, в этот мир новой физики? И на какой шкале она должна была явиться, новая физика? Спросите у людей 30-х годов прошлого века, знали ли они о том, что что-то появится новое? Подозревали ли они о том, что скоро откроется ящик Пандоры? Нет. Так вот, что получилось сначала? Сначала появился мюон. Мюон, который называли тяжелым электроном, вот он появился в 1936 году. Ну, забегая вперед, скажу, что потом было открыто и соответствующее нейтрино, но уже после середины века. И вот, значит, появилось, когда было открыто нейтрино, собственно, заговорили о двух поколениях. Теперь у нас было два поколения. Потом появилась странность, появился камезон. И с камезоном ситуация вдруг начала взрываться, потому что помимо камезона появилась, как обоснование этого, кварковая модель, появился S-кварк, все частицы стали состоять из кварков, кварки предсказали новые адроны, и это был вообще золотой век открытия элементарных частиц, когда они начали открываться одно за другой. И никто до этого просто не подозревал, что это начнется на ускорителе. И потом, значит, люди поняли, что с тремя кварками жизнь не полна. Возникли проблемы с переходами, с нарушением там флейвора. Появилась идея джим-механизма, так называемого подавления. И вскоре был открыт C-кварк или джипси-частица. И тем самым мы получили два поколения кварков и два поколения лептонов. И жизнь опять показалась малиной. Потому что опять все было замкнуто, все частицы были открыты. И опять, казалось бы, можно было успокоиться и больше никакой физики не ожидать. Но это продолжалось недолго. Потому что возникла проблема ЦП-нарушения, которая как-то должна была реализовываться, ее не было в стандартной модели, и тогда хитрые японцы предложили три поколения, матрицу Кобаяши-Москава, за что они, как вы знаете, потом получили Нобелевскую премию. Итак, было открыто третье поколение, оно началось с Б-кварка в 1977 году, потом было открыто, вот, ну тут же, 1975 год, близко, Тау-Лептон. Потом, наконец-то, после многих лет, 20 лет прошло для открытия топ-кварка, и все завершило в 2000 году открытие тау-нейтрино. И опять у нас возникла прекрасная, замечательная картина, которая, вообще говоря, в середине века, в 30-х годах, даже никто и помыслить себе не мог, что мы получим вот такую хитрую картину всего. Ну, соответственно, сюда надо добавить переносчики сил, вот последний открытый в 2012 году, но еще и не хватает гравитона,
про которые вот теперь опять заговорили в связи с открытием гравитационных волн. Так что это вот наша современная картина стандартной модели, вот уже в таких картинках, которая неожиданно возникла и в такую вот, так сказать, прекрасную атмосферу пришла опять астрофизика и космология, которую мы до сих пор игнорировали, но она нам сказали, что нет, ребята, есть проблема. Есть проблема барионной асимметрии Вселенной в вашей замечательной стандартной модели, и есть темная материя, которой мест нет, опять же, в вашей схеме. То есть внутри физики частиц проблем не было, частицы пришли со стороны. Но теперь мы живем в единой теории, и нам хотелось бы объяснить все, включая и астрофизику, и космологию тоже. Вот теперь я хочу вернуться к шкале. Вот какие у нас есть шкалы? Вот это, так сказать, шкала энергии. Значит, у нас есть электрослабая шкала, вот она где-то здесь находится, 10 во второй. И у нас есть планковская шкала, про которую мы точно знаем. Спрашивается, что мы знаем еще? Ну, во-первых, мы знаем, что ниже электрослабой шкалы расположены все наши частицы. Вот они, все наши частицы. Вот площадь этих кружочков, она соответствует массе, как бы, этой частицы. И мы видим, что тут эта иерархия масс просто колоссальна. Вот это топ-кварк самый большой, вот это там какие-то электроны, но нейтрино тут вообще даже не нарисуешь. И сразу возникает вопрос, вот та одна шкала, вроде бы, дала нам вот этот весь зоопарк частиц. Что это такое? Ну, в стандартной модели мы говорим, нет, это все одна шкала, все равно, это просто юковские константы, все такие разные. Но вопрос остается. Значит, еще возникла шкала хромодинамики. Это так называемая лямбда КХД. Это не есть фундаментальная физическая величина, она там зависит от способа вычисления, но тем не менее она играет очень важную роль в сильных взаимодействиях, и, собственно, без этой шкалы как бы вроде как не получается никакой конфаймент, который должен быть. Поэтому понятие вот шкалы сильных взаимодействий – это тоже очень понятно важная величина, и она, вероятно, расположена где-то вот здесь, в МЭБной области. Но дальше, что происходит дальше? Дальше есть планковская шкала, как я говорил, здесь 19-й ГЭВ. Но есть еще шкала великого объединения, нет, шкала струнная, про которую я здесь не говорю, но которую, наверное, называют как 10-18 ГЭВ. Есть шкала теории великого объединения, 10-16 ГЭВ. Есть шкала, которая, возможно, связана с майорановской массой, 10-12 приблизительно ГЭВ. Наконец, есть шкала вакуумной стабильности, вот помните эту картинку, где вакуум становится, констант становится отрицательным, где-то в районе 10-11 ГЭВ. Возможно, есть еще какие-то шкалы. Значит, вообще-то говоря, не исключено, что вот эта вся область, которую называют Великой пустыней, она заселена огромным количеством новой физики, которая здесь расположена. Наконец, где-то там, возможно, есть суперсимметрия между ними. Вот вопрос, какую мы новую физику откроем и какую мы шкалу найдем, как видите, возможностей довольно много. Но заглянуть за этот горизонт очень тяжело, потому что LHC работает где-то вот здесь. Тем не менее, мы пытаемся найти какие-то, так сказать, отблески вот этих возможных проявлений новой физики. Ну, вот да, теперь я подошел к космологии. Значит, какие же челленджи к нам вызывает космология и какие проблемы у нас есть? Ну, прежде всего, это барионная асимметрия Вселенной. Значит, количество барионов минус число антибарионов, деленное на число гамма-квантов, это число 10 минус 10. Как говорится, господа, объясните это число. Никто пока нормально объяснить число в 10 минус 10 не может. Это до сих пор необъясненная величина, требует ЦП-нарушения, как я сказал, по, вероятнее всего, несколько большего, чем наблюдается в стандартной модели. Дальше, следующая величина – это темная материя. Темная материя, которую мы из вот этих самых экспериментов по реликтовому излучению, по температурным флуктуациям микроволнового фона, мы теперь знаем не просто, что она есть, мы знаем ее количественно. И количественно вот данные последние следующие, что обыкновенная материя приблизительно 4,9%, темная материя 26,8% и темная энергия 68,3%. Значит, вот эту часть мы с вами объясняем, и нам надо, вот, по крайней мере, объяснить вот эту вот проблему. Значит, это понимание этого, по всей вероятности, лежит за пределами стандартной модели, и это, пожалуй, самый главный аргумент сейчас в пользу того, что стандартная модель не есть конец истории, хотя с неким исключением, о котором я еще поговорю. Наконец, те же самые данные по микроволновому фону, вот это разложение по угловым моментам сигнала, говорит нам о том, оказывается, чтобы отфитировать вот эту замечательную кривую, там надо примерно 9 параметров, и среди этих параметров это число поколений легких нейтрино. И вот согласно этому ФИТу число поколений легких нейтрино вот 3,52 плюс-минус 0,47. Ну, вы видите, что тройка сюда замечательно попадает, но с некой натяжкой четверка еще попадает.
А вот по ширине Z-пика мы знаем, что число легких нейтрино равно 3. Вообще удивительно, что ширина Z-пика, померенная на ЛЭПе, и микроволновой фон, померенный в космосе, дали нам число нейтрино одинаковое. Значит, ну, природа, конечно, одинаковая, но вообще нетривиальным образом, померенная в столь разных местах, с такой точностью дали нам примерно этот самый ответ. Это, конечно, прекрасно согласуется с стандартной моделью предположение, что есть кварк-лептонная симметрия, да? Потому что мы меряем все время число нейтрино, а не число кварков и лептонов. Но дальше из симметрии мы говорим, значит, это и есть 3 поколения кварков и лептонов, которые мы видим на эксперименте. Вот. Масса нейтрино – это еще один параметр, какой входит в эту кривую, и сумма масс нейтрино меньше одного, значит, тут в электроновольтах, меньше единицы. Что говорит о том, что масса нейтрино очень маленькие, и, возможно, это, ну, мы и так знаем, что они маленькие, но в данном случае количественно знаем, что не исключено, что это говорит о том, что для того, чтобы получить такие маленькие числа, нужна какая-то новая физика, там какой-нибудь механизм типа качели или что-то еще. То есть мы пока этого совсем не понимаем, и, возможно, это еще одна подсказка в пользу новой физики. Так, теперь вот я хочу вернуться к проблемам, которые как бы лежат внутри стандартной модели, но они не связаны непосредственно с LHC. Значит, это проблема, которая в каком-то смысле забытая проблема, к которой мы начинаем возвращаться. Это один из вызовов внутри стандартной модели. Как известно, за доказательство конфайнмента предложен $1 миллион, никто как-то за ним не приходит. Он обесценился миллион. Ну да, обесценился. Я-то понимаю, что как-то ходить за миллионом вроде как неприлично стало, да, слишком маленькая сумма. Знаешь, вот какой-то, мне кто-то рассказывал историю, как кто-то там чинил, ну, какой-то рабочий у него работал, что-то чинил в квартире, и говорит, а вы кто? Ну, я говорю, физики. Я говорю, физики, ну вы богатые. Он говорит, почему вы считаете, что вы богатые? Ну, а что вот там по телевизору говорят? Вы пошли Нобелевскую премию получили, вот у вас там $1 миллион. Так что, вот понимаешь, как бы можно и так устроить свою жизнь. Можно доказать конфайнмент. Ну вот, значит, это проблема, которая остается. Возможно, время вернуться к тем проблемам, которые забыты, и понять, как же все-таки работает конфайнмент. Почему мы наблюдаем, вот постулат, только бесцветные состояния? Почему нет связанных состояний с цветом? И вообще, какие связанные состояния существуют в сильных взаимодействиях? Какие есть связанные состояния? Вот смотрите, в принципе, вот мы говорим об орионе, мы говорим о мезоне, это наша стандартная ситуация. Ну, как известно, могли быть тетракварки, пентакварки, там всякие барионии, глионии, глюболы разные. Все это возможно. И, может быть, время вернуться к этим вопросам. Вот я прочитал буквально на днях, что в 15 году некие австрийцы, фамилии не помню, они, значит, утверждают, что некий мезон там 3000 какой-то, они однозначно связывают с глюболом. Пентакварк. Сколько было разговоров, что пентакварк то он есть, то его нет, то он опять есть. Вот на этой конференции, вот где я делал этот доклад, был доклад коллаборации LHCb, которые сказали, все, есть, пентакварк мы открыли. И они показали 2 эксперимента, как они его там по неким фазам идентифицировали. И теперь возникает новая наука, физика экзотических адронов. Вот я призываю людей, которые занимаются у нас спектроскопией адронов, а у нас таких немало людей, бросить к черту ваши адроны и заняться экзотическими адронами. Это сейчас самая горячая штука. Это вот всякие пентакварки, шестикварки, четырехкварки, глюболы, вообще как они... Мы уже давно занимаемся. Я понимаю, что вы занимаетесь, только, к сожалению, на такой представительнейшей конференции, где люди представляли эти доклады. Ваши фамилии даже в скобках не звучало. Да, я бы представил ваш доклад на вечерней секции. Да, я в следующий раз так и сделал. Вот. Значит, какие методы исследования всех этих работ? Методы, конечно, должны быть немножко отличные от обычной теории возмущений, которая работает в других местах. Люди используют теории на решетке, конечно. Новый вот подход, который там тоже звучал, и который сейчас люди пытаются использовать, это так называемый голографический подход. Дуальные различные описания, какой бы смысл вы ни вкладывали в эту теорию,
Может быть, да, вообще надо возвращаться даже к неким старым методам, типа унитарности и аналитичности. Потому что если не работает обычная теория возмущения, может быть, в другой формулировке что-то будет работать. Короче говоря, вот это та точка, которая, значит, опять всплывает в физике высоких энергий, как заброшенная. Да, еще один аспект, который тоже актуален для нас, это плотная адронная материя. Ну вот часто показывают такую красивую картинку, я ее где-то стащил. Значит, здесь химический потенциал, здесь температура, здесь разные фазы. Вот тут даже написано, какой эксперимент, что исследует. Вот Ника наша, видите, здесь нарисована. Вот мы где-то здесь сидим, там G Park как-то здесь. Это вот фазовая диаграмма. Никто не знает, правильно ли это. Никто не, вообще, на самом деле, никто не знает, правильно ли это. Потому что методы исследования, опять же, довольно сложны. И похоже, что пора к этому по-серьезному относиться. Вот как известно, что адроны не существуют выше некой температуры, которая в этих сложных системах как раз и будет возникать. А если она возникает, то адрон как бы должен развалиться. Спрашивается, на что адрон должен развалиться и что за адронный газ при вот этой высокой температуре существует? Как эту новую фазу получить? Эти вопросы, которые, собственно, перед нами стояли и раньше, они сейчас встают, просто они становятся актуальными. И какое правильное описание всего этого? Вот у нас некоторые люди этим занимаются, типа Слава Танеева, некоторые других, которые с одной стороны как бы на это смотрят. Другие должны смотреть как-то с другой стороны, а третьи с третьей. Может, время, так сказать, пришло на это дело наброситься по-настоящему. Значит, методы здесь разные. Тут и статистическая механика, и неравновесная термодинамика, гидродинамика, вот эти дуальные модели с голографией. Вот Лена Братковская выступала у нас в 2015 году здесь на школе. Она называлась, по-моему, как раз Hadron Dense Matter, вот этот слайд из ее доклада. И там вот было перечислено вот эти многочисленные модели, которые существуют, которые макроскопические, микроскопические, которые пытаются решать все вот эти проблемы и описывать эти системы. Там много интересных картинок есть, вот там они строят разные фазовые диаграммы в разных параметрах. Видно, что здесь есть богатое новое явление, за которыми, возможно, много чего стоит, и это интересная физика, которая вот в погоне за высокими энергиями мы, по сути дела, проскочили. Не только мы, мир проскочил. Так, ну теперь я хочу сказать немножко о поиске новой физики. Ну, первая задача по-прежнему, как и 20 лет назад, это Хиггсовский бозон. Почему я говорю, так, ну я сейчас уже говорю, я еще минут 15. Нет, ничего? Можно? Вот. Да, значит, вопрос в том, Хиггсовский бозон, который открыт, это стандартные модели или нет? Какие есть альтернативы? Ну, альтернативы вообще обычно обсуждают три альтернативы. Синглетное расширение стандартной модели, дублетное расширение и триплетное расширение стандартной модели. Ну, как говорится, идем по минимуму. Вот. Оказывается, что как бы мы ни делали, у нас есть некая ключевая нить, вдоль которой мы должны идти, она связана с тем, что вот отношение массы WZ, так называемое ρ-отношение, в древесном приближении должно равняться единице. Это связано с так называемой кастодиал симметрией. И если мы строим какие-то модели, мы должны вот их построить так, чтобы это соотношение выполнялось, чтобы эта симметрия там была, и мы в древесном приближении имели ρ-единицы. Ну вот оказывается, что если вводить хиггсские поля, вот стандартную модель, или вот расширять ее как стандартными моделями, то вот эта величина ρ связана с гиперзарядами новых частиц и изотопическими слабыми изотопическими спином частиц вот такой вот формулой, которая для СУ2 синглетов и для СУ2 дублетов приводит автоматически к тому, что вот эта величина ρ равняется единице. То есть расширение синглетной, дублетной и стандартной модели, оно как бы на автомате уважает эту симметрию и дает нам правильную вещь, поэтому это возможно. А вот триплетное расширение, оно не всегда работает, и нам приходится, значит, иногда подстраиваться, если мы хотим сделать триплетное расширение. Скажу, почему людям нравится триплетное расширение иногда. Потому что некоторые люди любят правую массу правое нейтрино, и получается масса за счет просто хиггсовского механизма. А некоторые не любят правые нейтрино и говорят, нейтрино должно быть только левым и майорановским. Тогда массу можно получить за счет триплетного хиггса. Значит, левый-левый, но триплет хиггса – это СУ2 вариант, и можно получить. Поэтому триплетные модели тоже получили такую популярность, но там не всегда получается нужное число ρ1, поэтому с триплетными моделями нужно быть аккуратными. Так, ну вот... Попробуем ответить на вопрос, все-таки стандартная модель это Хиггс или нет. Как ответить на этот вопрос? Как увидеть это?
Значит, есть два варианта. Первый вариант – это проверить взаимодействие Хиггсского бозона со всеми другими частицами и проверить, соответствует это стандартной модели или есть какие-то отклонения. Значит, ну вот здесь показано, как это, вот это отношение 0, это когда совпадает со стандартной моделью, и вот какая точность разных экспериментов. Ну вот сейчас у нас есть там большие точности, на каком-нибудь там вот тут разные светимости. Чем выше светимость, тем выше там энергия, тем точнее, точнее. И вот тут всякие совсем маленькие значения соответствуют какому-нибудь там линейному коллайдеру и прочее. То есть вот name of the game, как говорится, в этом случае это точность, и оказывается, можно различить разные варианты. Ну вот пример того, что, например, можно отличить суперсимметричную модель от просто двух хиггсовской дублетной модели, потому что, ну вот будут вот тут в разных местах эти точки будут попадать для разных вот тут частицы, вот их каплинги, вот они тут попадают в разные точки, и если ваша точность, так сказать, достаточна, то вы сможете различить эти варианты. Ну вот той, значит, name of the game здесь precision. Нужна большая очень точность, которую достигается либо повышением светимости, либо вот электронную машину надо строить. Значит, другой вариант – это поискать новые хиггсовские бозоны. Новые хиггсовские бозоны, вот я вот вам привел пример трех вариантов. Это стандартная модель, вот один хиггсовский бозон. Вот MSSM – это, так сказать, суперсимметричная двухдублетная хиггсовская бозон. Тут 5 хиггсовских бозонов. А это вот следующая модель, добавлен хиггс. Здесь 7 хиггсовских бозонов. И вот что мы открыли? Вот не исключено, что мы открыли даже не эту вот частицу, а вот мы вот открыли вот эту вот. Это вполне до сих пор возможно. То есть мы пока не понимаем, мы открыли первую частицу хиггсовского сектора или единственную частицу. Так что хиггсовская физика уже стартовала. Это очень важный момент. Она есть, ее просто надо продолжать и добивать, и выяснять, что там происходит. Возможно, это потребует линейного коллайдера, который, конечно, сейчас опять стал туманным. Так, теперь вторая цель – это темная материя. Ну вот темная материя есть, не знаем ее количество, не знаем, из чего она состоит. Какие есть кандидаты основные? Ну, прежде всего, можно было бы говорить о каких-то макрообъектах. Ну, макрообъекты, там потухшие звезды, белые карлики, браун карликс, там и всякие черные дыры. Ну, вроде бы астрономические данные не в пользу всего этого дела. Тогда частицы. Если частицы, то в стандартной модели, ну, не буквально в стандартной модели, но если угодно, почти в стандартной модели, потому что, повторяю, эти рамки иногда так двигаются, это сделать нейтрино майорановским, сделать правое нейтрино тяжелым, и сделать его частицей темной материи. В принципе, это возможно. Легкая нейтрино не годится, слишком маленькая масса. А вот тяжелая нейтрино с массой порядка нескольких десятков килоэлектрон-вольт в принципе годится для этой цели. Вот. Но надо сказать, что этот вариант возможен, но он не является самым популярным и самым удачным, может быть, вариантом, потому что там нужно нестандартное взаимодействие с гравитацией, ну, поэтому как бы я пока это опускаю. Дальше идет всякие предложения вне стандартной модели. Этих предложений может быть много. Это может быть аксион или аксина. Он может быть практически невидимым. Это может быть нейтралина, который вот как раз хорошо в трех местах, я сейчас это покажу, детектировать. Это может быть снитрино, суперпартнер нейтрино, хотя это, так сказать, менее вероятный вариант. Это может быть гравитина, которая гравитационно взаимодействует и которая совершенно безнадежно засечь физикой частиц. Ну, могут быть всякие тяжелые фотоны, новые хиггсы там, и так далее, и так далее. В общем, кандидатов может быть очень много. Самое главное, что люди надеются, это что эта частица слабо взаимодействует. Ее называют ВИМПом, Weakly Interacting Massive Particle. Если она слабо взаимодействует, то ее можно увидеть. Где ее можно увидеть? Она может быть аннигилировать в гало галактики. Она аннигилирует и дает обычные частицы. Она может рассеиваться на мишени, вот она рассеивается на мишени и давать такой импульс отдачи на мишени. И она может рождаться на LHC. Вот эти, значит, из кварков, столкновение кварков может рождаться частицы темной материи, которые будут уноситься как missing energy and transverse momentum. То есть во всех вот этих трех местах, в принципе, возможно появление вот этого ВИМПа. И, естественно, чтобы его, так сказать, окончательно уточнить, нужно, чтобы он появился во всех трех местах с одинаковыми массами, и тогда можно было бы убедительно говорить, что это действительно частица темной материи, и это действительно вот эта такая слабо взаимодействующая частица. То есть один эксперимент ничего нам не даст. Ну вот до сих пор это все ищут. Вот я здесь показываю одну картинку. Здесь масса
этого самого ВИМПа. Здесь сечение взаимодействия с материей, с нашей, это как раз относится вот к этому эксперименту вот такого типа. И вот эксперимент, видите, он все опускается все ниже, ниже, ниже. И все, так сказать, меньше сечение, меньше сечение, меньше сечение. Массы тут вот в районе сотен гэвов. И пока ничего не видно. Это эксперименты подземные, так называемые. Вот. Но есть эксперименты вот этого типа, рождения на LHC. Это вот кривые. И вы видите, что они пока слабее, чем вот эти подземные эксперименты, за исключением области малых масс. Вот в области малых масс ускоритель дает лучшее ограничение, чем подземные эксперименты. Так что вот у нас пока есть вот такая кривая. Вот. А вот здесь вот уже проступает так называемый нейтринный, так сказать, пол, где фон от нейтрина уже забивает все, и мы ничего не увидим. Поэтому на самом деле нам осталось совсем небольшой здесь вот кусочек, который можно проверить, и может быть там что-то найти, этот ВИМП. Потому что если нет, нейтрина нам не позволит двигаться дальше, и ситуация зайдет в некий тупик с этими самыми ВИМПами. Так, ну, в общем, ВИМП это наш шанс, но, как говорится, смотреть надо и везде, и смотреть надо на другие варианты. Так, теперь, значит, суперсимметрия, но я тут буду очень короток, что вот мы все надеялись, что есть суперсимметрия, что к обычным частицам надо добавить их суперпартнеры, что число частиц удвоится, и до сих пор суперсимметрия остается таким наиболее проработанным и наиболее востребованным, что ли, расширением стандартной модели. И люди, конечно, ищут суперсимметрию на ускорителе, как только могут. И вот с LHC открылась новая совершенно область энергии, для которых ее могут искать. Это определяется бэкграундами, естественно, поскольку идет колоссальный бэкграунд за счет обычных частиц. И поиски связанные, они вообще, так сказать, модельно зависимы. И анализ, на самом деле, очень непростой. То есть не исключено, что можем что-то и проглядеть, хотя нам кажется, что это частицы вот этой массы, или что-то не заметить. В общем, это очень сложная вещь. Но, тем не менее, если суперсимметрия отвечает за то, что обычно называют натуральностью, то есть вот то, что легкие частицы легкие, а тяжелые тяжелые, как-то все распределено, то должна быть, то спектр этих суперсимметричных частиц, он как бы более-менее понятен, что есть вот хиггсовский сектор, есть слабо взаимодействующие частицы, вот они где-то полегче, сильно взаимодействующие потяжелее, самая легкая частица где-то вот здесь в районе сотни гэв, вот эта темная материя, и вот должен быть примерно такой спектр, который нам надо искать. Но если раньше говорили о шкале, вот эта шкала масс, видите, до 700 гэв, то теперь ее уже подвинули, вот видите, до каких глав. То есть постепенно мы двигаемся, пока ничего не видим, и сейчас мы уже, видите, начинаем говорить до массы, вплоть там 2,5 тевов, в которой, может быть, лежат эти частицы экспериментально. Вот. Ну, в какой-то момент, в смысле, настает такой решительный момент в поисках суперсимметрии, потому что если LHC вот сейчас, вот когда он ранится и будет еще там раниться сколько-то лет, не находит ничего этого, и суперсимметрия заползет дальше за этот гипотетическая суперсимметрия, то все вот эти замечательные решения проблемы иерархии, стабилизации вакуума с помощью суперсимметрии и прочее перестанет работать, и как бы надобность в суперсимметрии в неком смысле отпадет, в низкоэнергетической суперсимметрии. Поэтому вот мне кажется, что сейчас вот возникает такой момент, его трудно назвать определенную дату, потому что ускоритель еще ранит, но пока LHC работает, надежда нас не оставляет. Так. Ну, докуда добрался LHC, вот я тут просто хочу показать несколько вариантов, их можно показывать в области неких универсальных параметров, вот это 7-тевный LHC, вот это 14-тевный LHC, вот это, грубо говоря, масса скаляров, это масса фермионов. Вот докуда мы добрались, вот то, что ниже черной кривой, все запрещено, а вот это пока разрешено. Ну и вот видите, что LHC двигается довольно быстро наверх и перекроет эту область. А вот это та же картинка в области масс физических частиц, это схемно-зависимая картинка, вот это масса глюина, вот это масса скварка, ну и вот в рамках МССМ вот практически красную область LHC уже перекрыла. А вот если смотреть расширенную модель, видите, она перекрыла только частью. То есть видно, что анализ очень сильно зависит от модели, поэтому сделать однозначные какие-то выводы, что там суперсимметрия закрыта или что-то еще, невозможно. Мы работаем в рамках каких-то конкретных приложений. Так что суперсимметрия – прекрасная теория. Вот мы, вопрос к экспериментаторам тут почти нет в этой аудитории. Это я спрашивал там на этой конференции, что такая хорошая теория, чего же вы, гады, ее не находите.
Так, ну, но вот я хочу тут, значит, я хочу сказать два слова буквально про высшие измерения. Вот обычно обсуждают картинку двоякую, либо вот такие компактные дополнительные измерения, да, которые скручены в такую трубочку типа планковского масштаба, либо что мы живем на бране вот такой вот, и, так сказать, не можем уйти с этой браны, потому что мы прижаты к бране этими силами, живем в четырехмерном мире, который вот эта брана, а мир на самом деле большие измерения. Вот это две таких крайних популярных картинки. Значит, к этому можно относиться по-разному. Я свое отношение выразил в форме некого диалога. Действительно ли мы живем на бране? Вопрос. Ответ. Мы должны это проверить. Это дело не вопрос вкуса, а вопрос, так сказать, физик должен это проверить. Есть ли у нас хорошие причины верить в то, что мы живем на бране? Я думаю, нет. Но вообще это очень привлекательно. Почему D больше 4? Ответ. Потому что теория струн это очень любит. Потому что в теории струн критическая размерность десятка. Почему D равно 4? А? Почему D равно 4? Это наш опыт. Мы действительно верим в это? Действительно ли мы в это верим? Мой ответ. Мы верим в большое дело. Вот. Ну, эксперимент нам чего говорит? Что надо смотреть на всевозможные проявления, возможно, вот этой экстрадименшнл картинки. Это будут так называемые дополнительные Z-бозоны, дополнительные W, дополнительные резонансы, там распадающиеся в кварке, вот так называемые дибозонные резонансы. Все эти события, так или иначе, и были бы проверки вот всех этих идей. Естественно, на все это смотрят и ничего пока не видят. Кроме этого, кроме вот этой картинки с extra dimensions, люди смотрят вообще на экзотику. Не просто там специально на струны или специально на браны, а просто на всевозможную экзотику. Этой экзотики накопилось довольно много. Там лептокварки, так называемые, то есть частицы, которые переводят кварки в лептоны. Долгоживущие частицы. Мы привыкли, что частицы очень мало живут, а в принципе могут быть и долгоживущие частицы. Некие такие фотоны, трудно даже объяснить, что это означает, всевозможные возбужденные фермионы и состояния, которые бы отражали там, сложную структуру фермионов, новые взаимодействия, которые люди рисуют, всякие контактные, обычно очень популярна такая точка зрения, надо написать эффективную теорию. Что это значит эффективную теорию? Пишем все операторы, которые можно написать, какой-то размерности, делим на некий масштаб и вот, так сказать, смотрим, какие будут проявления этих операторов. Ну, пока, как известно, мы ничего не видим. В общем, недостаток всей этой деятельности в том, что мы совершенно не понимаем, какова реальная мотивация введения всего этого дела. Кроме того, что это очень так интересно и замечательно. И поскольку у нас нет настоящей мотивации, у нас нет никакой идеи, на какой шкале это могло бы реализоваться. Вот лептокварк, на какой шкале? И поэтому как бы вот их искать чрезвычайно трудно, когда нет идеи, на какой шкале, для чего они нужны, на какой шкале искать. Вы мне можете сказать, а как же Сузи? Я скажу, Сузи все-таки не так. Вот эти мотивации Сузи с иерархией и прочее привязывают нас в неком смысле к Т-вной шкале. Но если мы уйдем дальше, то тоже потеряем эту привязку. Монополь, буквально дираковский монополь, по-моему, не ищут, насколько я знаю. Вообще я не слыхал. Ну, я тут его даже не упоминаю. Это да. Но он... Так, и последняя вещь, о которой я хочу сказать, это связано с основной идеей устройства частиц. Вот мы до сих пор говорили о том, что новая физика – это новые фундаментальные частицы. А еще другой взгляд. Пойти не в сторону, так сказать, высоких энергий, а пойти вглубь частицы. И тогда, значит, мы говорим о том, что это новый уровень фундаментальных частиц внутри обычных частиц. Прежде всего, обычно говорят о Хиггсском бозоне, что Хиггсский бозон – это пимезон. То есть вот пимезон состоит из кварков. Вот Хиггсский бозон, пускай тоже состоит из неких новых кварков, мы будем говорить, что это галстоновский бозон или псевдогалстоновский бозон, когда есть некая большая группа симметрии G, она спонтанно нарушается, при этом возникает с неизбежностью галстоновские бозоны, и мы делаем такое отождествление, что Хиггсовский бозон – это вот галстоновский бозон этого нарушения, и тогда он как пимезон. А вот W и Z-бозон – это вот как ромезоны, да? Возникают. То есть это связанные состояния кварков, ну там со спином 0, со спином 1, то есть сложные структуры частиц. Если это действительно так реализуется,
Если есть такие состояния, то, соответственно, должны состоять и образовываться возбужденные состояния. Там пи штрих, пи два штриха и так далее. И со спином 0, и со спином 1, 2. Все эти частицы, по идее, должны тогда существовать. Можно пойти еще дальше и сказать, ну ладно, Хиггсский бозон, W бозоны, это все частицы составные, это слабо взаимодействующие частицы, а давайте мы и кварки сделаем составными. Да? Да, ну, я забыл сказать, что преимущество этого взгляда состоит в том, что никакого нового скалярного поля вводить не надо. Да? Оно составное. И оно защищено. У него масса защищена. Вот эта проблема иерархии, это все снимается. У него защищена масса. Это псевдогалстоновский бозон, как пимезон. Да? Вот. Но зато должны существовать вот эти состояния, которых мы не видим. Но если пойти еще дальше и предположить, что кварки и лептоны тоже из чего-то сделаны, как иногда эти частицы называют прионы, тогда, значит, их что-то должно удерживать внутри кварков и лептонов. Тогда нужны новые сильные взаимодействия, которые будут обладать тоже тем самым конфайментом, но на другой шкале, на шкале, например, не там МЭВы, а ГЭВы. Ну, есть много теорий, издавна они известны. Техни-цвет, там, идущий техни-цвет, расширенный техни-цвет. Большинство этих теорий как бы остановились в своем развитии. Ну, во-первых, никаких возбужденных состояний никто нигде не наблюдает вот, в спектроскопии пока. Во-вторых, есть проблема с описанием электрослабых наблюдаемых, если следовать этой схеме. И в свое время было сказано, что нет, вообще не проходит. Но сейчас опять люди начинают переанализировать эти вещи. Ну и в-третьих, нет простой и хорошей схемы, которая вот это, так сказать, все на уровне этих прионов описывает. Потому что до сих пор все строилось так, что когда мы забирались глубже, у нас этих составляющих становилось меньше. И у нас как бы более простая картина возникала. Понимаете, чтобы описать 6 кварков 27 прионами, как говорится, ума не надо. Надо описать их 3 прионами. И вот этого пока ничего не получается. Поэтому эти схемы пока, вообще-то говоря, развития своего не получили. Хотя никто их не запрещает. Это все еще возможно. И вот эти возбужденные состояния, возможно, нужно искать. Так, ну все, я завершаю. Мои, значит, concluding remarks следующие. Значит, LHC начала свою работу, начала очень успешно, и надо отдать должное, что чтобы открыть покров тайны, нужно терпение. Цель номер один во всем этом деле – это Хиггсовский сектор. Он уже есть, все там, как говорится, работает, заточено, и вот слухи о том, что открыт новый Хиггсский бозон 750 ГЭФ, это подтверждают. Хотя по свойствам той частицы, которая вроде бы открыта, это не Хиггсовский бозон. Существует сотни работ в литературе теоретических, которые пытаются описать это 750-ГЭФное состояние. Все эти работы не связывают это с обычной частицей, а связывают с неким новым взаимодействием, новым сильно взаимодействующей частицей. Причина, почему ее связывают с сильно взаимодействующей частицей, связано с тем, что при той светимости, которая есть, и при том числе событий, которые вроде бы есть, сечение должно быть примерно в 100 раз больше, чем это было в электрослабом секторе. То есть нужно сечение в 100 раз больше. И это какое-то сильное взаимодействие. Но, как говорится, вот LHC вот на днях опять запускается, глядишь, к лету это состояние либо утвердится, либо рассосется. Так что, опять же, будьте, так сказать, терпеливы. Так. Следующая главная задача – это темная материя. Темная материя есть, мы знаем ее сколько, надо установить, из чего она сделана. Может, это всего одна частица. Так что это, конечно, очень важно, и это нужно определить. Поиск новой физики, прежде всего суперсимметрии, продолжается и продолжится. И вот мы все надеемся, что LHC таки приоткроет какую-то завесу тайны над этой областью одного ТЭВа и что-то там найдет. И будущее вот всей нашей области физики высоких энергий, конечно, от этого очень сильно зависит. Потому что одно дело, когда наука на подъеме, открываются новые частицы, там что-то какие-то новые законы, кажется, публике это легко продается, читаются публичные лекции, парламентарии аплодируют и так далее. Если ничего не происходит, то деньги добывать все труднее и труднее. Поэтому LHC это наш, так сказать, в неком смысле локомотив. Так, ну, тем не менее, вот комплементарные поиски темной материи или там нейтринной физики, я здесь совсем не говорил про неускорительную физику, поскольку я делал доклад на ускорительной конференции, но вот все эти комплементарные исследования, они, конечно, тоже чрезвычайно важны, потому что все это дополняет общую картину мира.
Те области, которые мы пока оставили позади, вот я тут перечислял их несколько, confinement, экзотические адроны, плотная адронная материя, выступает на первый план. Как ни странно, мы к ним возвращаемся, я думаю, вот в этом смысле, опять же, то, что у нас будет происходить, если будет происходить на НИКе, это будет очень в струе современного развития. Ну, я верю, что открытия последуют. Спасибо за внимание. Ну что, теперь есть сильнее самурайского меча. Есть вопросы. Да. Есть реалистические механизмы нарушения суперсимметрии, чтобы и в терминологии было... Нет, нет, нет. То есть все руками делаешь, по-прежнему? По-прежнему. Еще вопрос. А, вот 760. Ну, статус какой? Значит, ускоритель LHD, когда его запустили в 2015 году, поначалу работал очень плохо, потому что им не давалось этот самый сгусток, который там вот в этом пучке, эти сгустки, они должны быть 25 нанометров, у них было 50 нанометров. Из-за этого они были такие размытые, и у них очень плохо набиралась светимость. То есть светимость набиралась вот так, вот так, вот так. Это все продолжалось где-то до сентября. В сентябре она начала расти, и вот так вот резко пошла вверх. Наконец у них пошла статистика. И они там набрали, по-моему, 3 обратно чем-то бара. И вот на этой статистике у CMS есть типа 2 сигма какие-то небольшие отклонения в канале распада в 2 гамма. А у Атласа 3 с лишним сигма. Поэтому, как бы посоветовавшись 2 коллаборации, решили объявить об этом на перед Рождеством. Если бы у Атласа ничего не было, CMS бы просто молчала, потому что у них просто никакой статистики. Поскольку вроде как совпадение, то мы там 750 Г, вроде как намек на какой-то эффект. Теперь люди стали анализировать эту вещь, но статистическая значимость пока довольно маленькая, статистика еще будет набираться. Вот теперь надежда на то, что вот с апреля они закочегарят эту машину, и к лету вроде у них будет хорошая статистика, и это дело будет понятно. Теоретически, то есть видение это непонятная вещь. Почему это сотня работ? Потому что вот, ну, обычными вещами это никак не описывается. Вы можете сказать, ну тем лучше, это интересно и так далее. Но интересно, когда вы что-то сделаете. Значит, в чем главная проблема? Допустим, вы вводите какое-то новое взаимодействие и объясняете это дело распадом какой-то новой частицы или чего. Сразу возникает вопрос, ну если вы подобрали параметры, так что все хорошо получилось, ну почему это дело не видно в распаде на 2W, а почему только в 2W? Или почему через это взаимодействие не рождается кварк? Вот надо объяснить это, и при этом там, чтобы не видно было, а тут, чтобы было видно. Потому что если бы это был Хиггс, то расклад 2 гамма при таких массах имеет бренчинг 10⁻⁵. То есть это полный кварк, его не видать. А тут его почему-то видать. Ну, в общем, непонятно, что это происходит. И вот так все люди, которые пишут работы, они в основном вводят ad-hoc некое взаимодействие и пытаются объяснить, почему это видно тут, а не видно там. Вот это основной мотив всех этих работ. Ну, вот подождем, может быть это все рассосется, а может быть утвердится, и тогда вот надо будет правильно все объяснить. То есть из-за того, что вы бренчинг только... А? Напоминает нейтринную скорость. Там, ну, понимаешь, вот когда завеса тайны, туман рассеется, же никто не знает, что там будет. Вот, может и нейтринная скорость, а может и нет. А может быть сикс откроют или еще какую-нибудь штуку. Но это же тем интереснее. То есть из-за того, что канал только в 2 гамма, это скорее всего не хит. Ну, повторяю, что вот обычный Хиггс был открыт именно первый раз именно в 2 гамма. Бренчик на массе 125, 10⁻³. И это и была большая 22 обратных кентобарна, там что-то. И они видели все это, понимаешь? А здесь все начинается очень похоже. Так, ну, по-моему, во втором канале они видели. Нет, ну здесь сейчас они во втором не видят. Ну, Леш, давай вопрос. Не, ну я на этом деле не такой спец, понимаешь, так что тебе все детали выжили. Вопросы прошу задать. Нет. Все-таки вот вопрос массы, он как-то вот стоит или не стоит? Потому что все-таки в хиггсовском потенциале там как бы есть масса. Ну как вопрос? Значит, я вспоминаю как свои абсолютно молодые годы, как какой-то человек, который уже прожил жизнь физики частиц, приближался к пенсии, говорит, надо решать фундаментальные проблемы, я вот занимаюсь проблемой кварковых масс. Я хочу объяснить иерархию кварковых масс. Ну вот прошло 40 лет, проблема никак не решилась. А вам она где была, там и осталась. Мы не понимаем спектр кварковых и лептонных масс, теперь лептонные массы добавились. Мы этого спектра не понимаем до сих пор. И не понимаем матрицы этого. Нет, а вообще откуда берется масса? Ну как она берется? Мы понимаем массу, как берется из Хиггсовского механизма для кварковой. А все равно же там
Нет, ну там есть один параметр в потенциале, правильно? Этот параметр куда введен руками, как известно, стандартную модель. Ничего плохого в этом нет. Возьмем квантовую электродинамику, забудем про все остальное, ведем туда руками массу электронов, и все будет прекрасно. Да, будет некий параметр, который теоретически не определяется, является экспериментально, все хорошо. Стандартные модели, как известно, из-за левой и правой несимметрии нельзя так сделать. Поэтому придумал механизм Хиггса, ну, плюс W и Z, конечно. И вот все сделано. Есть один параметр, его туда ввели руками, он чему-то равен. Ну, казалось бы, в общем, ничего плохого нет. Но вот почему юкавские константы все такие разные, вот это мы не понимаем. Во-первых, зачем они вообще понадобились, да, в таком количестве? Мало ли, вот там пара константов, и все. Нет, их внесли 25. Ну, последний вопрос, остальное в куларах. Кто хочет задать? Ты пугал ты всех просто, напугал. Ну терпение, Дима, кончается, мне нужно эти дела делать. Ладно, извините. Я специально закрываю семинар, а не специально угрызать не надо. Ну вот это стандартная модель. Ну да.